Привет, друзья! Новое видео. Сегодня у меня в гостях маленький лев на ножке девушки для красоты, без всякой информационной и смысловой нагрузки. Однако мы должны понимать, что мы делаем на коже, и не надо забывать о том, что лев – это сила и могущество. И в древние времена, и во многих поверьях, лев является царем зверей. Несмотря на то, что этот лев с пачку сигарет. Я победил.